Привет, друзья! Вы, как всегда, на канале ББК. Босс. Мы с уникальник, это музыки. Я делал амбиент, и вот тут пальчик поранил чуть-чуть. Миша чуть-чуть поранил пальчик. Но папа Миша пальчик помазал бипантеном. И пальчик больше не болит? Не болит. Все, давай папа поцелует пальчик, и пальчик пройдет. Прошел? Да. Все, пальчик прошел. Папа лекарь. Друзья, вы на канале ББК. Босс, колебос. И сегодня... Убери пока ручку. Убрать ручку? Да. Друзья, и сегодня мы с Мишей вам расскажем, как можно из подручных материалов... Мы все делаем из подручных материалов, да? Как можно из подручных материалов сделать лабиринт. А потом этим лабиринтом играть на скорость. Мы вам все расскажем по порядку, да? Что нам для этого понадобится? Нам, как всегда, что-то нужно, да? Да. Нам нужно, прежде всего, крышка от старой обуви или от новой. Да, папины. Папина обувь, да. Мы используем крышку. Нам понадобится, друзья, вот такие трубочки. Кстати, мани видишь, там коньки на носок туда падают. Да, вот сок из них пить, но мы сок не будем из них пить, да, сегодня? Да. Друзья, нам понадобятся трубочки. Нам понадобится двухсторонний скотч. Начинаем? Да, зелененький уже закончился, и ты новый так, купил. Да, у нас зелененький скотч закончился двухсторонний, папа купил новый беленький. Друзья, мы на внутренней коробке, вернее, на крышке коробки с внутренней стороны приклеиваем направляющий. Да? Да. Давай, пап, будешь резать? Так, порез, подожди. Так, приклеиваем. Раз, да, Мишань? Раз, приклеили. Не торопись. А папе давай помогай. Так, раз направляющая. Два направляющая. Да? Трубочки достаешь? Да. Молодец. Ребят, все это делается очень-очень быстро, но зато игра очень интересная и динамичная. Миша, что ты там шебуршит, что ты там делает? А давай папе помогай. Вот. То есть ты вот ты достал эти трубочки, помогая папе, да? Так. Ты примеряешь, да? Подойдут ли эти трубочки? Да? Молодец. Так, подожди. А да я тебе. Сейчас, друзья, мы приклеим и вам покажем. Ну вот, друзья, мы наклеили направляющие. У нас они получились вот в таком хаотичном порядке. Сейчас мы вместе с Мишей на эти направляющие наклеим трубочки. Да, сынок? Мы вот так вот отмеряем и отрезаем. Так, теперь отклеиваем клейкую ленточку нашу. Трубочку мы приклеиваем. Так. Зачем ты тут клеишь? А потому что у нас здесь направляющие. Так. Так. Вот таким образом у нас получается, друзья. Мы наклеили наши трубочки. У нас получилась такая красивая палитра цветов. Теперь мы сейчас карандашом, вернее, фломастером нарисуем старт и финиш. Вот, друзья, мы нарисовали старт и финиш фломастерами. И у нас получилось вот такая красивая дорога или лабиринт. Теперь мы берем шарик и с помощью этого шарика проходим этот лабиринт. Оп, 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 оп,
Оп, финишировали. Но, друзья, чтобы это было интересно и был эффект соревновательный, да? Можно сделать два таких лабиринта. Что мы, в принципе, и сделали. Вот у нас второй такой лабиринт. И теперь мы с Мишей можем играть на перегонки. Давай друзьям покажем лабиринты, какие у нас. Угу. Вот у нас, друзья, два таких красивых лабиринта. Да, есть молоточки тут. Да, и мы с Мишей можем играть на перегонки. Кто первый? Друзья, вот мы сейчас сыграем с Мишей на скорость. Кто быстрее пройдет лабиринт, да? На, держи. Давай. На старт. Внимание, марш! Кто вперед? Давай, оп, 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 оп. Миша выиграл, но папа чуть-чуть проиграл, да? А вот я у нас выиграл. Такой. Миша выиграл, сила, Миша сила, да? Друзья, вот вроде бы такой простой лабиринт. Да. Вроде бы такие простые лабиринты, вот но присутствует эффект соревновательный. Поэтому вы можете дома из старых коробок сделать себе такой же и с вашими любимыми детками играть. Это развивает координацию, мышление. Если вам понравилось, ставьте лайки. И подписывайтесь на наш канал Босс-босс Калибос. Пока! Пока!